Ребят, всем привет! Находимся с вами в Голландии. Красота! Облачки, облачка такие вот беленькие. Там вот самолет где-то вдалеке летит. Кстати, скоро мы тоже с вами полетим домой. Смотрите, я самолетик приближу. Вон он летит. Ага, видите? Скоро мы улетаем на таком же самолетике. Ну ладно, не в этом дело. Смотрите, место красивое нашел. Шлюз для воды, там для канала. Историческое какое-то место. Прямо в самом центре. Не в самом центре, но в такой зоне. Не в городской уже, а в загородной зоне. Где поля, где что-то еще. Открытые ворота. Кирпичная кладка старая, такая историческая, классная. Но понравилось место безумно мне почему-то, не знаю почему. Сейчас я вам покажу, как выглядит все это снаружи. Мы поднимемся. Мы посмотрим, что снаружи. Мы можем опуститься внутрь, кстати, пройтись там, да? Пока воды нет, рискнем. Никто нас там, ничего. Если я еще пролезу вот здесь, вот. Опа! Тень моя, видите? Ой, тихо, чуть не упал. Ох-ох-ох, почти рухнул. Вешу, видите, на краю. Рукой одной держусь. Видно меня тень мою? Должны видеть мою тень, видите? Теперь я спрыгиваю ниже. Опа, с камеры еще, видите? Опа, спрыгнул. Идем в самый низ. Погуляем по этому месту. Ой, блин. Надо аккуратнее. Ноги надо беречь. Идем по камням. Вот это мы попали в своем местечке. Гляньте, а. А вон соединял этот шлюз, получается, с рекой. Здесь вода где-то заходила. Так, нам перепрыгнуть. О, красота. Вот это воротины, гляньте. Постучать бы нам по этим воротам, а мы и постучали. Сможем дальше пробраться. Блин, воды много. Я могу по дереву перелезть. Вот так. За гвоздь схватиться, не выломается. Опа! Опа! Есть. Перепрыгнули, ребята. Вон мы с вами куда попали. Смотрите, какая красота. Старый шлюз соединял реку. Сброс воды был, не знаю. Старая кладка. Мне здесь почему-то очень нравится. Сейчас мы выйдем. Глянь, какие-то воротины, а. Красота. Небольшое видео такое. Познавательное. Опа! О, куда меня только не носит. Сейчас будем выбираться отсюда, ребят. Посмотрим, что там сверху. Что это вообще было за место. Камни, булыжники всякие. Так. Опа! Схватились. Теперь надо запрыгнуть. Камеру перехвачу сейчас другой рукой. Опа! Есть! Так. Выпрыгиваем. И вот так. И все, мы на месте, ребята. Проскочили. Только что побывали вон там с вами. Видите, в каком историческом месте. Теперь я хочу прогуляться внутрь. Точнее, не внутрь, а наружу залезть. Посмотрим, что там сверху. Что это за такой классный исторический шлюзик был-то. Сейчас мы заберем сюда. Сюда. Тихо. Опа. Сейчас подтянемся. Хоп. Залезем, перепрыгнем и уже окажемся здесь. Вот какое здание классное. Смотрите, One Sitters 2. Год постройки, оно. Оно домини 1926. От Рождества Иисуса Христа, ребята. Вот такой шлюз, там маленькая речка. Вот так выглядит Голландия. Это какой-то труба, монумент. И вот здесь вот есть небольшое описание, что это было. Кто понимает голландский, может прочитать, ребята. Вот такая красота была. 1909 начало строительства, наверное, и 1925 финиш. Короче говоря, 100 лет, ребята, 100 лет вот этим всем зданиям, вот этим местам. Мы с вами полазили немножко, попутешествовали. Нестандартные места тоже нужны, кайф все равно. Ребята, всем удачи, всем пока. Сегодня у нас 3 мая 2018. Путешествуем, мы наслаждаемся. Поехали, пока, бум.